Добрый день, дорогие друзья, Рош Ходеш Тов. Мы сегодня продолжаем изучать главу Бамидбар. Сегодня у нас второй урок. И перечислены 12 колен Израиля и имена предводителей стоят, вожди народа. Первый у нас стоит Элицур, сын Шдеура, это вождь колена Реувена. И что же означает это имя? Наши мудрецы говорят, что Всевышний простил Реувену грех, который он совершил с Бильгой, с наложницей отца своего. Мы с вами знаем, что Реувен лег с наложницей отца своего, с Бильгой, и услышал Исраэль. В конце концов, грех его был прощен. И Элицур означает, Цур это скала, а Шдеур означает, что он сам сознался в своем грехе и понял свою ошибку. Теперь колено Шимона. Шлумиэль, сын Цуришадая. Мудрецы говорят, что это был никто иной, как Зимри. Зимри, сын Салу. Нам это трудно понять. Это трактат Сангедрин 82b. И книга Хискуни об этом говорит. Потому что написано, считая, что не осталось из них ни одного, кроме Калева, сына Ефуна и Гоша, сына Нуна. И нам трудно понять такой комментарий. Впоследствии он был виновен в том, что погибли 24 тысячи человек из-за греха, связанного с Бальпиором. Он был главным участником. Вот. В общем, но все равно Ашем его поставил в один ряд с другими вождями. От Цуришадая тоже происходит от слова Цур – скала. Теперь мы смотрим Элиасав. Элиасав – сын Деуэля из колена Гада. Впоследствии мы знаем, что его звали Элиасав – сын Реуэля. Чем это имя знаменательно? Тем, что колено Гада согласилось пойти воевать с нами, когда мы пришли к берегу Иордана, и Всевышний сказал, переходите, а колено Гада и колено Реувена подошли вожди и сказали, что мы останемся здесь, не хотим идти переходить землю, и возьмем только эту землю, землю Башана. В общем, в конечном итоге Моше их выслушал, и они согласились, они пошли и воевали достойно. Это очень сильные войска, вождь этого колена. И означает, что они пошли и выполнили всю свою задачу, которую перед ними Всевышний поставил. Означает, что Ашем прибавил к их владениям вот эти земли, которые они хотели. И что колено Гада в конечном итоге вернулось в свои владения на берегу Иордана, которая находится в бывшей стране Ога и Сихона. Вот так. Об этом речь идет. Завтра Блинедер продолжим. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Ланир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка бат Йосиф, Мират бат Авраам, Роза бат Михаэль, памяти Ури бен Ханритон, Мендель бен Мендель, Здоровья Светлана бат Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Ирия, Анна бат Ривка, Полина Пер бат Соня Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бат Ита, Фира бат Анна, Замазал Парнаса Згула, Ирина бат Ури,
Аарон Ребен Ури. Загороши дух Аарона Ребен Двора, Денис Бенахум, Авигал Бацара. За здоровье Геннадий Бенцара. Всем самого лучшего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч.